Почему маленькая? Вот же хорошая размера. Какой маленькая ты? На этом тоже это делается. Вот, вот это 300. Не, бензиновая, электрическая 80. Мне не пойдет. Бензиновая это какая, да? Бывает меньше, что ли? Думаешь? Меньше. Что такое стоит? Тяжелая она? А вот написано 416, да. А для чего вот такие штучки, Толянчик, желтенькие, красивые? Чего это? О, 18, классные какие. Только это. О, какие дорогие. Там одного металла на 100 гель. Ты не понимаешь? Да. Вот Толсон, смотри, видишь, тоже какие молоточки у них хорошие. Какой металл. Это турецкие, да? Нет? Это китайские. Китайские? Да, Толсон китайский. Мы вообще за стулом приехали. Завела в магазин строительный. Не выгнать его. Никак. Нам все это надо. Все надо. Все купим, если деньги беловы. Врут, наверное. Нет, они говорят, что если были бы деньги, все бы купили. Все надо, Толя. Все надо. Тебе тоже все надо. Ты уже, я не знаю. Да. То ли у тебя уже там все есть. Ты колесики хотел купить для тачки. Надо. Вот иди покупай колесики. Колесиков там миллион. Там выбрать. Они большие хотите? Колесики. А, маленькие? Для тачки. А я думала, большие. Нет, хочу тачку сделать. Но там есть. Я думал, чтобы с подшипниками. Они вроде без подшипников. Так там разные же все, посмотри. О, Господи. Из такого выбора не смог найти себе подшипник. Я не знаю, что это подшипник. 220, да? 220, да. А еще на Хоппе не видел, что ли? Там нету ничего. Старые какие-нибудь. Они за старые 400 лари просят. За старые. Хо-хо-хо. Говорят, потому что из Советского Союза. Потому что хорошие, да. Ну, не Китай, да. Не Китай. Извините. А какую обычно берут? Что-то на этом смотрят. Вот. Сейчас я покажу. Вот. Диаметр тоже. А у тебя для чего? У тебя что? Да, да. А ты на что ее будешь одевать? Что это? Лук есть разные. Это как раз снимается. Ну, как бы поменьше это такое. Поменьше. Больно большое. Вот. Угу. По-моему, очень сколько маленькое. Сколько такое стоит? Я не вижу, перевернули. 7,70. Один на перфилятор идет, а другой на дрель. Да, да. У тебя и то, и другой есть? Ну, ясно. И то, и другой. Это для этого пойдет, для клея, для плитки? Для перфилятора. Да. Ну, для клея, для плитки. На дрель не пойдет? Да, да, да. У тебя же все есть. Иди к колесике смотри. Или не будешь уже? Ой. Просто лучше сделай тачку, чтобы не таскать тяжелое. Там есть на том заслуженном колесике. Нет. Ниточки натуральные всякие. Вон сколько здесь колесиков. Ну посмотри, же немереное количество. Размер есть. Размер, а он сам же будет делать. Поэтому выберет разные. Вот, ну.
это на чем? Сука, подшипники. Вот так и есть тоже. Эмаль декоративная, клевая. Ошибка, краска-декоратор, краска 16, краска-декоратор. А эти очень хорошие краски, декоративные, и это, сам ничего не надо разбавлять, для металла очень хорошие. Готовь вот такой, золотистый цвет. Серебряный, золотистый. Хороший. Жемчужный, видимо, да, такой красивый очень. Тоже. Я эту новость почитаю. Мне прислали новость насчет того, что собираются открывать или ведутся разговоры по поводу того. Сейчас мы посмотрим, как она звучит. Так, Морпорт Сочи планирует запустить перевозки по морю в Грузию в 2023 году. Толя, морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок в Абхазию и Грузию по Черному морю. По его словам, намерение запустить пассажирские перевозки летом. А, к лету, да, про лето я слышала. И перевозки из Сочи в Грузию предварительно будут осуществляться в Батуми. А куда еще? В Пути, что ли? Не надо, надо в Батуми. И все. И будете к нам приезжать все из Сочи. А мы к вам. Как красиво написано. Это вот Белюкс так написано. Это мы так все ищем кресло. Стул кресло. Не найти. Цвет же нужен определенный. Какая красота. Море. Да, уже соскучилась. Да, уже купаться можно. У меня есть на канале видео про Белюкс. Заходите, смотрите.